Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды. И, как я посмотрю, меня до Лиги Мастеров две звезды все-таки сбросили, да? Ну, правильно, ребят, два дня не был. Поэтому давай-ка посмотрим. Ну да, Лига Мастеров, ранг 18. То есть, буквально поединок другой, и я обратно вернусь в Лигу Мастеров 3 звезды. Ну что, давай вначале выполним тогда ежедневки. Так, пройти серию испытаний. Серию испытаний. Давай вот сюда, наверное, забежим. Возьму Бакстера, Макмана, Ваньку, Армагона и Леонардо. Думал взять Шреддера, но он у нас и так везде практически присутствует во всех поединках, поэтому взял Лео. Ну что, давай, наверное, ракетами бомбанем для начала. Так, и теперь можно, в принципе, вертушку сделать от Леонардо. И надеюсь, он всех тут, да, завалит. Ну что, переходим на последнюю волну. Так, училка, два дрона. Ну-ка, Макман. Ага, минус один. Минус остальные, и Ванюша добивает у нас Крипа. В общем, все замечательно. Идем. Блин, ребят, опять тело болит, сегодня сходил на тренировку, ё-моё. Никак не могу втянуться. Все еще по-прежнему побаливает. Все мышцы, все суставы, блин. Может, я стар уже для этого? Так, ну-ка давай сразиться в боях. Ну что, я предлагаю, наверное, опять же искать на коже голового. Так, а нам не хватает. Да дам дофига, что нужно. Нам нужны эти маяки. Радарные, так скажем. Которых... Ага, выпал один. Второй. Так, два есть уже. Три. Так, подожди, давай здесь, наверное, поищем. Так, 4. Подожди, сколько нам нужно-то? Еще один. Еще один. Есть. Так, маяки мы нашли. Нам нужно, блин, 12 ловушек для маузеров. Ну, это, конечно, жесть. Так, приманочка одна есть. Вторая. А мы уже, по-моему, задание сделали, да, получается? Пока мы тут с собой искали ловушки все эти. Ладно, давай заберем тогда награды. Раз и два. Так, открыть колоду. Что нам здесь выпадет? А, ничего, 5 долларов, как всегда, да? Окей. Кстати, давай-ка я, наверное, приобрету телепорты. Они нам всегда пригодятся. 631 штука у нас в данный момент. И поднять уровень персонажа. Ну что же, с уровнем мы попробуем, наверное, разобраться после того, как пройдем турнирную арену. На испытаниях у нас Усаги против Мощи. Мне сказали, что здесь можно вроде бы бибоп фармить. Но я, наверное, ребят, пойду посмотрю, что у нас в мощах происходит. 70, 70, 70, да? Ладно, раз, два, три, четыре. Блин. Ладно, пойдем неполным составом тогда. Сколько здесь волн? Три. Угу. Ну давай, я не буду сейчас применять здесь суперудары. Попробуем для начала обычными забомбить их. Даже не буду здесь делать суператаку от кожи голового. Здесь, я так понимаю, будут босяцки, да? На последней, на третьей волне. Просто мы давно не играли в мощь. И, если честно, я даже не помню, что тут. Угу. Так, Рафаэль, мы пока не будем брать тебя в провокацию. Вроде бы справляемся. Причем неплохо. Так, этих разобрали. И последний у нас остался. Все, ребят. Ну да, получается, что эти два брата — Трек и Гранитор. Собственно, персоны. Ну давайте, выползайте. Вот они тут. Поприветствуют друг друга, да? Опа. Ну и, конечно же, увидели нас. Я думаю, здесь будет все изи. Делаем плевок. Сразу же понижение брони. Провокацию, само собой. Чтобы контратака была. И, наверное, сделаем массовую атаку. Вау, минус один сразу же. Ну-ка, Рафаэль. Отлично. И добиваем. Ну, что я тебе скажу. Очень даже неплохо. Первый эпизод мы прошли. Но там еще два.
И вот насчет вторых и третьих я что-то как-то не уверен. Так, снаряжение, мощь. Давай-ка посмотрим, что здесь. 80, 80, 80, 80. Получается, что в зону риска у меня попадает паукус. А давай попробуем без него. Просто его убрать. Эти-то ребята у нас соточка. Ну, не считая, конечно, кожеголову. Кожеголову у нас 86 уровень. Но это все равно лучше, чем 70, извини меня. И, соответственно, они сейчас будут бомбить. Так, Рафаэль добивает вахламона. Куда ты? Так, и последнее. Почему у них инициатива офигенная такая? Благо, что в этой команде у нас есть хил. Это именно Супер Шреддер, он может вешать пассивный хил, который будет нас потихонечку каждый ход отхиливать. Я вообще-то думал, что кожеголовый здесь забомбит всех, но немножечко не то вышло. Еще и пониженную атаку мне сделали эти мелкие кренги, а? Окей. Так, ну что, опять эти два брата-акробата. Один лом, другой лопатой. Сейчас мы их, надеюсь, быстренько ушатаем. Хотя 80 уровень, это уже серьезно. По крайней мере, если они будут свои суператаки делать, это почувствуется, особенно на коже головом, потому что он самый слабый здесь из этой нашей тройки. Провокацию, я думаю, брать не будем. Попробуем так вот. Это что такое, ребят? Это очень слабый удар был. Вот, вот, вот это я понимаю удар. Вот, Супер Шреддер ударил, и первого сразу вырубили, а второй немножечко пожил, пока не стал ходить, постепенно урон его, естественно, уничтожил. Замечательно, снаряжение, мощь, опять же, мы получаем. И здесь, по-моему, уже будет 90 уровни, да, ребят, 90. Это уже, ну, серьезная заявка. Я, конечно, попробую здесь пройти, но... Даже не знаю, что и сказать. И есть шанс, конечно, но маленький, потому что они сейчас будут постоянно кожеголову бомбить. Видишь? И нам, знаешь, что нам, наверное, придется еще сделать? Да ты заколебал, а? Ну вот, 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 еще и этот сейчас бомбанет, все, ребят. Трындец, и вот что ты мне прикажешь здесь сделать? Ну-ка, бомбани по ним, по всем. Да, здесь-то мы, конечно, прошли, но нам нужно... Ой, эти сейчас будут бросать свои гранаты. Так, хиляемся. Уж не знаю, поможет ли нам это. Так, пока Рафаэльчик будет здесь бомбить. У нас еще на кожеголовом понижение брони, как ты видишь. Главное, чтобы они не закинули сюда свою гранату. Ну-ка. По-моему, вот эти вот у нас идут с гранатами, если я, конечно, не ошибаюсь. Провокацию нет смысла брать. Так, давай-ка, наверное, бомбанем этого теперь. Так, атаку повысили. Слушай, у нас кожеголовый неплохо так залечился. Но я боюсь, против двух братов-акробатов это, конечно, не прокатит. К тому же у нас нет провокации. А провокацию ставить на кожеголового — это не самый лучший вариант, ты понимаешь, да? Не самый лучший вариант ставить провокацию. А у Рафаэля она закончилась, и она будет только через 3 или 4 хода. Единственное, что да, сейчас применить шипы по возможности от Супер Шреддера. Посмотреть, как они сработают, сколько нанесут урона. Постепеночка. Сейчас лавой плюнет, да? А нет, смотри-ка. Нам повезло в этом плане. Допустим. Так, этого парня ушатываем. И... Раф пробьешь? Постепенно уничтожит его. Или кожеголовый. Все, ребят. Замечательно, это испытание мы прошли идеально. То есть теперь мы можем просто с тобой, ну что, фармить. Фармить жетоны. Фармить орнаменты. Так, вот эти вот нам нужны штуки. Ну что, поехали. Так, силовая ячейка кренгов. Осколки золотые. Снаряжение, мощь. Видеомагнитофон. Вот, эксперт снаряжения. Ну и давай здесь попробуем. Все, ребят,
катушка с пленкой. Больше у нас сыра нет. И, значит, нам остается только лишь идти на арену, на турнирку. Ну что ж, давай посмотрим. Так, 17-23, а 24 вы мне не хотите дать? Нет, они мне не хотят давать 17-24. Ладно, хорошо, я согласен на их условия. Берем Армагона, берем... Так, Фрэнк, подожди, не лезь пока. Берем, наверное, Кожеголового. Раз, два, три. Слушай, а по-моему, у нас кролики-то по инициативе очень быстрые. Поэтому, если Кожеголову сейчас их не ушатает, я боюсь, будет беда. Ну, проверим. Блин, сейчас сделают массовый, да? Так, и кому же это влетит сейчас? Пипец, ребят. Чего я боялся, то и получил. Я так и думал, что маузеры то есть выживут после удара Армагона и сделают такую-то атаку. Я вообще-то думал, что они сделают массовую, но, видишь, они решили вот так вот. Чего? Погоди, погоди, это как это так? Я был на 18-м месте. Хорошо, у меня упал всего лишь один персонаж, и меня перекинули на 21-е. Вы что, серьезно, что ли? Это как такое может быть? Вы что-то, ребят, по-моему, попутали здесь, мне так кажется. Взяли меня просто с 18-го места, вместо того, чтобы дать, например, там 15-е или еще какое-то, они меня на 21-е перекинули. Молодцы, красавцы, ничего не скажешь. Ладно, гаденыши. Они думают, что я просто так буду сдаваться тут без боя. Нифига, ребят. Все равно будет сегодня, наверное, топчик. Так, Крэнк, ну понятно, что здесь не добил. Ах ты, муха навозная. Хильнула хорошо. Хильнула хорошо, а мы сможем ли... Такс. И остается Донни. Ну давай, Хан, не подведи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, если так. Есть. Леонардо завалил Дантелло. Отлично. Ну что ж, тогда продвигаемся далее и смотрим. Сейчас, прикинь, меня в обратном порядке будут. Вместо того, чтобы повышать, понижать будут. Не, сейчас все нормально. 11-я позиция. Кого же взять? Давай. Подожди, там было, блин, 17-24. Куда ты, дурель, лезешь постоянно на 17-23? Зачем оно тебе нужно? Вот так сделаем. И вот так. Бакстер плюс Супер Шреддер. Это будет очень хороший урок нашим противникам. Хотя уровень уже максимальный. 79-й, ребят. Все, выше просто быть не может. У противника, по крайней мере. Так, один все-таки упал. На этих всех постепенный урон. Сам видел, да? Кролики улетели. А хотели их сходить. Но если бы вот сейчас Шреддер бы не завалил бы, не повесил бы на них постепенный урон, опять бы мы кого-нибудь потеряли, 100%. Да ладно, мы никак не можем перейти, да вы серьезно? Что это такое? Хотя не забывайте, что сегодня воскресенье, ребят, поэтому завтра у нас будет буст. Надеюсь, удачный. Надеюсь на это. Вот, и этот, как раз у меня выходной. То есть буст завтра у нас получится. То есть я буду присутствовать, ну, с самого отката, надеюсь. Хотя особого толку в этом, как мы уже убедились, нету. Ну-ка, давай вертушечку. Хлоп. Так, Макман, добьешь их всех? Замечательно. Ну что, надеюсь, все, ребят. Сейчас мы переходим в Лигу Мастеров 3 звезды. И тут уже нам надо будет пытаться дойти до топового места. То есть до первого. Ну что, поехали. 17-24 уже дают, как говорится, не стесняясь. 25 откатов у нас на все про все. Даже если мы поделим пополам, это будет где-то по 12, да? 12 поединков, я тебе скажу, что нам хватит. Хватит дойти до топчика. Так что сегодня не переживаем. Так, на всех повесил постепенный урон. Ну и Шреддер, я так понимаю, сейчас добьет этих олухов. Блин, Кабан, как всегда, в своем репертуаре, ребят, не хочет он падать от наших плюшек. Он упал только лишь от того, что постепенно урон на нем был.
Так, ну что, 10 ступенек пролетели, 87-я позиция, погнали. Я возьму Армагуна, я возьму Шреддера. Блин, я хотел Шреддера, какой майки, блин, вы чё? Твою налево. Майки-то мне здесь нафига нужен, ё-моё, взял на него откат, потратил твою дивизию, блин. Ладно, погнали. Давай-ка шипы. Опс, давай просто валуном добьем, да и все. Торпеды, думал, но я что-то засомневался, что торпеды уничтожат этого обычного Шреддера. Ну и он начнет тут выпендриваться, то есть как бы не стал рисковать. Лишний вот этот вот необоснованный риск, он нам нафиг не нужен. Мы и так уже с тобой одну катку сфейлили. Так что давай без рисков. Так, я возьму Армагуна, я возьму опять же Супер Шреддера. Раз, два, три. Там, кстати, по-моему, можно и одним Супер Шреддером сыграть. Там вроде бы есть еще пацаны, которых можно взять без откатов. Да, насколько я понимаю, там, по-моему, Паукус есть, Змей Ковьюн. Почему мы их не отыгрываем? Я не спорю, уровень, конечно, у них не такой заоблачный, как хотелось бы. Но отыграть их с Супер Шреддером, я думаю, вполне годится. Там еще и Крис Брэдфорд должен стоять. 80-ник. Сейчас посмотрим. Это чтобы не тратить по два отката, а на одном откате можно пока погулять. Ну-ка, давай посмотрим. Так, 17-24. Главное, чтобы не было майки в команде, остальное все, ребят, нормуль. Вот, беру Супер Шреддера. Ну нифига тут у нас команда еще, ё-моё. Тут дофига кто есть. Вот, например, там еще следующая катка, по-моему, тоже вполне может сгодиться пройти на одном откате. Ну, тут что? Тут Зэк, естественно, ходит первым, бросаем бомбочку. Надеюсь, замедляк еще сработает. Неплохо он нанес урон, в принципе, для уровня противника. И на всех, как ты видишь, постепенный урон висит. То есть можно даже не заморачиваться, они все равно уже не жильцы. Но раз нам дают возможность добить, все. Рокстеди, естественно, от постепенки одобрился. Ну что, мы полтинничек-то возьмем? Или не возьмем еще? Нет, сейчас будет только, наверное, 55-я, 56-я. Окей. Так, без майки берем, говорю еще раз. Так, Супер Шреддер. Железноголовый. Вот это вот, конечно, да, ребят. Это будет косяк огромный, потому что взял трех слабых персонажей, да, 70-го уровня. Против 79-х. Ну-ка, Шреддер, давай, не подведи, родной. Так, красавчик, я тебе скажу. Он сделал очень все замечательно. Ай, не надо, не надо, не надо. Все-таки хильнул, а. Все-таки, ребят, хильнул. По закону, да, вот этого постепенного урона, этот должен отдуплиться. И нам немножечко повезло, что они начали атаковать. Так, вообще-то нам нужно Лео тогда пробивать. Что они начали атаковать Змей Ковьюна. Если бы они начали бомбить кого тут? Сплинтер, мне кажется, он бы упал. Вот если я сейчас сделаю понижение, Сплинтер среагирует? Да, Сплинтер среагировал. Тогда я беру провокацию на Тимати. Плюс ракеты. Ага, замечательно, хотел сказать. Вот, ребята, остался паршивец один. Но благо, что Змей Ковьюн все-таки выдержал. Выстоял. И то, что, конечно же, Железноголовый взял на себя провокацию. Это тоже очень хорошо сыграло нам на руку. Так, ну а теперь все, ребята, больше у меня там нету, придется два отката, как в обычном стандартном режиме, брать. Майки, чтобы не было, вот, возьмем эту команду. Армагон плюс Супер Шреддер. Раз, два, три. Там уже кто идет с ними, неважно, потому что два топовых бойца, они просто разносят любого. Во-первых, у них по инициативе все отлично получается, да? То есть их перебьют только единицы. Это майки, плюс там прокачанный хан может их переплюнуть, и прокачанная карайка. Остальные, в принципе, не угонятся по скорости вот против двух наших топовых бойцов. Так, ну что, давай смотреть. Сейчас, я думаю, будет у нас все-таки 38-я, да? 37-я, отлично. Ну все, я тебе скажу уже авансом, что топовое место будет уже за нами. Я уже все, ребят, подсчитал, все прикинул, 15 откатов. Ну не 15, конечно, сейчас будет их меньше. 13 на 2, ну, грубо говоря, возьмем
6 боев. 6 поединков. Бери по 10 ступенек, это получается 60. А мы с тобой сейчас находимся уже на 40-ке. То есть, конечно же, у нас даже еще с запасиком остается, но это как непредвиденные, да, обстоятельства есть какие-то получатся. Вдруг там какой-то, я не знаю, там супер невезение на нас нападет, а мы где-то сфейлимся. Вот, чтобы эти откатики остались, и мы могли дотянуть до нашего топового места. Ну что, 27-й или как? Конечно, конечно, 27-й. Следующий, значит, будет 17-й, потом 7-й. Ну и потом уже топ. Так, Лео взять, нет? Не надо, наверное, Лео. Не будем рисковать. Зачем, как говорится, изобретать велосипед, если он уже давно изобретен, да? Вот и мы об этом же. Ну что же, погнали. Ну здесь, конечно, да. Здесь Супер Шреддер немножко оплошал. Пита он мог бы уронить сразу, я не знаю. Я вообще не понимаю, как Пит, вот этот вот хил, может тут выстоять против супер атаки от Шреддера. Это немыслимо. Я понимаю, еще там бойцы какие-то там. Ну, хил. Да, это, конечно, какой-то нонсен. Ну что, давай тогда добивать. Берем так. Мне бы, конечно, еще мутагена бы, чтобы кожеголову прокачать, потому что у нас медленно идет прокачка не потому, что нет мутагена, а потому что, ребята, ну, сами понимаете, да, из-за того, что я на работу хожу и я не могу каждый день. Если бы я каждый день бы играл в эту игру, кожеголову бы уже был бы на соточке, мне кажется, давным-давно. Так, отлично. Все, здесь мы всех закромсали и, соответственно, продвигаемся дальше. Я думаю, что еще поединок от силы. Ну, два, это просто за глаза. Два поединка — это максимум, что я могу себе позволить. Ну, скорее всего, последний будет. Так, 17-24. Стоит, лыбится. Не надо мне. Не хочу я, чтобы он был. Так, и Супер Шреддер, да? Раз, два, три. Так, это у нас, по-моему, первая неделя идет, да, после того, как мы с тобой кожеголову перевелись в платиновый ранг. То есть, грубо говоря, нам теперь еще 4 недели придется фармить платиновые осколки. Вот так вот. То есть, первая неделя уже прошла, получается еще 3. Ну, на самом деле, если посмотреть, как у нас все это проходит, это практически, ребята, моментально. Ты даже вот так вот пальцем не успеешь щелкнуть, как уже время подошло кого-то переводить в платиновый ранг. Ну что, друзья, вот мы и в топчике. Вот мы и в топчике. 7 откатов у нас еще сохранилось, это очень хорошо. Дай-ка я посмотрю, что у нас тут вообще есть. Так, тут по нолям. Здесь нам ничего не надо. Жетонов у нас 175. Ну, соответственно, этого очень мало. Так, поднять уровень персонажа. Ну что, кожеголовый, ты готов или не готов? Готов, ребята, по-моему, у нас хватит. Да, 87 уровень он получает. Так, у нас еще, по-моему, пицца осталась, да? Поэтому давай-ка мы ее дотратим. А будем искать приманку для маузеров. Так, есть еще одна приманочка. Так, это уже мутаген пошел. Так, еще одну нашли. И еще одну. Хорошо идет, кстати. Так, последняя. Нет. На последней попытке никакой приманки нам не выпало. Ну что, забираем тогда здесь награды. И, друзья, будем на сегодня закругляться. Я думаю, что, наверное, в следующей серии, может быть, через серию другую, мы... Так, это получается у нас... Вот здесь пройдем, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, наверное, уже в следующей серии мы пройдем смятение из другого измерения. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.